Беларусь и Новосибирская область готовы укреплять связи и выходить на новые проекты. Сегодня в Минске Александр Лукашенко встретился с губернатором региона. Андрей Травников прибыл во главе представительной делегации. Гости уже успели посетить ряд белорусских предприятий, провести совет делового сотрудничества и переговоры в правительстве. Президент назвал Новосибирскую область одним из наиболее перспективных экономических партнеров в Сибири. В регионе ведут успешный бизнес белорусские предприниматели, на ярмарках большим спросом пользуются продукты, обувь, текстиль и мебель. В ближайшее время отправится партия тракторов. Беларусь готова подключиться и к программе развития сельского хозяйства в Новосибирской области. Первый национальный форум по целям устойчивого развития проходит в Минске. В нем участвуют более 400 экспертов. Это главы министерств, общественных организаций, топ-менеджмент, парка высоких технологий, ректоры вузов. Приветствие участникам встречи направил президент. Александр Лукашенко выразил убежденность, что представительный состав форума будет способствовать эффективной работе по решению вопросов закрепления достигнутых результатов и дальнейшего развития Беларуси. Беларусь заняла 54-е место в обновленном рейтинге хороших стран. По сравнению с 2017-м это выше на 24 позиции. Всего в списке 153 страны возглавляет его Финляндия. Беларусь опережает такие страны, как Украина, Казахстан и Азербайджан. Наилучшие показатели достигнуты в категории «Наука и технологии» — 28-я позиция. Хорошие результаты в разделах «Процветание и равенство», «Здоровье и благополучие», «Международная безопасность».